в России уголовное дело по тем же, по той же, на том же основании, по которому оно было, значит, введено в Азербайджане. То есть согласился с обвинением Азербайджана. Плюс, конечно, не очень правильно и хорошо сомневаться в добросовестности человека, который сейчас находится за стенками, но тем не менее, я считаю, что Лапшин всех нас подставил. Я скажу таким простым языком. Всех, для кого Арцах — это место, представляющее большой интерес, большую национальную привязанность, он нас всех подставил, и, в общем, я не понимаю, что им двигало, когда он начал, говорят русской поговоркой, дразнить гусей, пересекать границу. Да, я вот, например, нахожусь еще по списке, мне в голову не придет зачем-то лишний раз вот, дразнить руководство Азербайджана. Я говорю то, что считаю нужным, говорю по делу, но у меня нет задачи вызывать у них какую-то бурную реакцию. Да, пусть живут так, что вот, их, пусть делают черные списки, ходят на голове, там, вот, так далее. Это их проблема, это их диагноз. Здесь же была какая-то намеренная акция, вызвать конкретный негатив, и старательно это делалось, но, собственно, ну, старался это получить, да, поэтому это меня вызывает определенные вопросы. Я считаю, что дело такое не очень однозначное, и надо будет еще внимательно следить и воздерживаться от поспешных выводов. Плюс еще момент, к сожалению, сейчас идет, конечно, активный и в тех же соцсетях, антибелорусские заявления, к сожалению, политики позволяют себе сейчас вот много излишней эмоциональной сентенции. Но я считаю, что пройдет пару лет, и отношения придется восстанавливать. И как бы нам сейчас не наделать слишком глубоких шрамов в отношениях. Я могу сказать такой инсайт, что в рамках УДКБ армянская делегация, помимо российской, ближе всего находит язык и контакт с белорусами. Просто потому, что они являются частью единого мировоззренческого пространства, да, и слишком сейчас нагревать вот этот вот момент, мне кажется, неправильно. Я считаю, что лучшим бы ответом на эту ситуацию было бы проведение серии мероприятий, посвященных Армении в Минске, да, в том числе, возможно, почему бы не провести какой-то крупный стол, посвященный проблеме Донбасской регулярной, ну вот в таком на заезде. Никто не помешает провести там, не знаю, не праздник, а репост, но какую-то вот серию мероприятий по продвижению армянской культуры. Потому что поругаться всегда можно. Это дело не хитрое. Оскорбить людей, написать кучу текстов, с которых потом все-таки придется как-то внести определенную ответственность. То есть здесь я призываю более тонко, более дипломатично